Итак, всем привет, мои подписчики, и сегодня будет обзор на канал Fox Life. Так, погнали. Так, начну с аватарки и шапки. Аватарка, скажу. Скажу, 100 из 100. Очень-очень круто. Так, шапка. Тоже неплох. Так, посмотрим его контент. Ух ты! Рыжая смерть, я с ножом. Ого! Нифига себе! Неплохо. Что скажу, ролик 90 из 90. Мега круто. Так, дальше смотрим анимационный трейлер СКП. А? Кто это наблюдает? Почему он не в своей камере? Где выход, команда? Вот так. Неплохо. Дай-ка спрошу, ты на компе это делаешь все? Thank you.
Идеально. Так, дальше. О, новый СКП и опасные конфеты. Как же вы, наверное, долго ждали ESP Secret Laboratory, особенно с хэллоуинским ивентом и новогодним. Конечно, роликов по данной игре давно уже не было, и вот... О! Ничего себе, какой у тебя голос. Мы возвращаемся в старую добрую игру. SCP Secret Laboratory. Это пока что первая часть по новому хэллоуинскому ивенту, но скоро будут продолжения, так как скелеты разработчики решили сохранить в консоли, а у меня присутствует донат к консоли, который мне предоставил Overseer, подарив от всей души. Так что будут скоро и новые части роликов, а также с новогодним ивентом и фламинго. А по поводу того, почему не было так давно роликов, так все потому, что у меня была куча файлов, которые мне пришлось отсортировать. Или просто потому... Я понимаю тебя, Лис. Потому что я ленивая жопа. О, обожаю. Понимаю тебя, что ты ленивая жопа. Если... Он, кстати, на фильм Барби хотел. А, в смысле Барби? Да ладно. Фильм, да, Барби, фильм Барби вышел, ты не знал? А это про куклу Барби, да, что ли? Да. Ой. Ой, я еще когда давно играла, я с ней тебя видела несколько раз. Табиса забирает военкомат, и он будет ленивец ковчарки. Опасно. Да. О, скром. Я не знаю, кто-то в ТикТоке сидит или нет, но у меня последнюю неделю, наверное, попадается переделка песни Леди Гаги под пи***. Чё? Серьёзно? О, у меня, знаете, что в шортс попадалось? Короче, мужики берут в рот и смотрят приколы. И пытаются не заработать. Ого! Вот это тебе в шортсах попалось? Ничего себе! Ну, воду набирают в рот. Все мы знаем, что там будет. О, класс. Кто-то будет. Отвечай, собака, пол. Нам надо это, мобилизировать всех. Кстати, да. А то какого хрена они просто сидят в этот, в общежитии? Собака, да? Не. У меня уже фобия прямо вот сюда идти. Что за фобия? Алло, у кого карта? Нету. Вообще никого. Пошли тогда сюда. Пошли мобилизировать. Мобилизировать давай. О, Лис, ладно, пошли мобилизировать. Да, я ваш Лис. Ваш домашний приручник. Уже мне дайте, там это было. Хе-хе. Домашний приручённый лис. На моё оружие. Найди на меня! Тихо, не сопуй! Ну, песчинка, прошу, уйди.
Вот это фокус. Ушла. У меня через жопу вылез дед, а тебя замочила печень. Я вообще обл***ался, когда она рядом со мной появилась. Как она меня... Она трепнулась передо мной, у меня из жопы вылазит еще дед. Ой, это, наверное, какашка. Дед родился. Да. Я родился. Лису можно, тебе нельзя. Чего мне можно? А теперь вы там. Атом хаос. Так. Дальше смотрим. О, мемы. Ушко. По анимации. Ушко. 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 Прикольно. Что скажу, ролик 10 из 12. Очень прикольно, но смешно. Ушко. 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 Так, дальше смотрим. О, мемы. Скажите «а». Это Бузова. Скажите «а». Тихо! Заткнись! Я думал, вы просили сказать «а». Да, я просил сказать «а», но я не просил говорить. Прикольно. Очень интересно. Тихо! Заткнись! Я думал, вы просили сказать «а». Да, я просил сказать «а», но я не просил говорить. Так, дальше смотрим. Лис, адвокат, берет интервью у Технофокса. Всем привет, дорогие друзья, с вами Лис. Вы на канале The Fox Life или же Жизнь Лиса. В сегодняшнем ролике вы увидите, как я брал интервью у Технофокса или же Артема. Да-да, я... Да, я знаю. The Fox Life, ну или же Жизнь Лиса. Ты наслышал, якобы он там педофайл или зоофайл. Но уверяю вас, это полная брехня. А если вы там услышали, типа он действительно зоофайл или педофайл у каких-то там типа знаменитых блогеров, у которых там миллионы подписчиков, я скажу вам так, мне плевать. Технофокс не зоофайл. Если он зоофайл, то покажите мне. Вот докажите. Доказательств, как всегда, не будет. А говоря уже про тему про педофайла, то я вам скажу так. Педа, это когда взрослый, зрелый мужик занимается любовью с партнером, который никак не ху... Да, да, я знаю. Педофил — это мужик, который занимается любовью с партнером. Хочется заниматься вот этим самым, то есть это не взаимная любовь. А у Технофокса наоборот, эта малолетняя ш**а хотела с ним вот это самое делать. И просила вот это самое то. Короче говоря, вы сами все увидите в этом ролике. Не будем долго тянуть. Погнали! Готов, да? Да, готов. А, ну вот... кстати, как тебе нравится новый этот... О, стримчик. Что-то новенькое. Как... как тебе когда называют? Техно... Технофоксом или Технолисом? Ну, или как там? Вообще, меня раньше называли легендой, но я для себя все-таки
у меня мой псевдоним, да, можно так сказать, не сценический, а творческий псевдоним. Это технолист. Технофокс. А, понял. А то у меня псевдоним просто Лис, а некоторые Фокси начали называть. Очень интересно таки. Некоторые вообще меня считают этот лидером, ну как вожаком стаи, только не знаю какой стаи. Понятненько. А меня ошибочно считают лидером Фури Фэндома. Ну какой я там лидер? Раз вот так вот, раз так вогнали меня в самый низ. Да это отброс, отброс общества, просто тебя хейтерят. Которому, сука, скажешь какую-нибудь херню, они в эту херню будут верить. Да, вчера интервью получилось не сам... Не... О! Вот... Хочу спросить, почему тебя, Лис, все-таки считают отбросом общества? Самым хорошим, вернее, я даже этот позор выкладывать не стал. На нём же успели нарезать кадры с этого интервью, где отец у меня появляется в кадре. Вот им это, именно им это важно. Прям вот как будто прям вот кто-то, кому-то интересна моя жизнь. Вот-вот. Добрый день. О, привет, Лео. Да, добро. А если главное, если что, так, интервью как будет, если что, я рядом, если вдруг чего. А... Хотя не должно быть ничего, все нормально. А мы уже начали? Да, все отлично. Да я тут пока на работе, так что все равно, говорится, тет-а-тет. Так, дальше смотрим. О, меня поймали люди. Именинник, мать твою, а ну иди сюда, поздравлять тебя буду, а ну думал я забуду ты, рожденный в этот замечательный день, а ну давай попробуй дату рождения ВКонтакте скрыть, я тебя все равно поздравлю, именинник. Ну вряд ли он скроет дату своего рождения. Потенциальный юбиляр, чертов. Иди сюда, драть тебя за оба уха, дорогой мой человек, чтоб мечты все твои сбывались. Иди, живи всегда в радости и в позитиве. Иди, хорошо отметь, не пей много. С днем рождения. Счастья, здоровья. Так, дальше смотрим. О, космические собиратели. Хьюстон, Хьюстон, у вас проблемы. Аполлон, что у вас на этот раз? Командир, не у нас, у вас проблемы. Мимо Луны только что пролетел метеорит. Кэп, либо датчики сошли с ума, либо камень двигается почти на скорости света. О, черт. Как этого не... Все, Серега. Земли больше нет. О, сейчас я тут буду говорить. Что это было? Мы отправляемся просто на другую планету. Мы сейчас продадим предметы и... Супер. Так, сейчас. Непосредственно потом приобретем необходимое. Нам нужно просто перенести все, что мы собирали, и продать. А, вот это перенести. Да. И чего вы вот это собрали? Мы несем на этот подносик все, что мы собрали. А где и... это мы? Вот, Лис, хочешь пушку, Лис. Хочу. Отойди. Ой, не надо, не слушай его, нет. Отойди. В смысле? Не надо. Ну, даже не надо. О, классный ролик. Что скажу? 10 из 12.
О, какая красота. Я просил его разглядеть. Вы откуда светофор скоммуниздили? Металлического. О, приехал. А, кто приехал? Ну, закат следующий. Тебя еще танцуют. Да, смотрим еще комментарии. Одна раз у меня кончились. На миссии расскажем, как это работает. Ой-ой, это что загорелся? На Q на работу начинается. На Q запустить рацию. И допустим, ты почему я? Так, ладно. Ух ты! О, правда об Лисе из канала Fox Life. С фанфиками и рассказами, но в какой-то период времени я все это забросил. Может, я и перестал писать ей фанфики и все такое, но я начал уже делать не фанфики и рассказы, а теории о тех или иных персонажах и историях их происхождения вместе с лором их вселенной. О. Ты сможешь снимать влоги? Ну, может, когда-нибудь я и буду снимать влоги, но... Честно говоря, я даже не знаю, о чем именно мне снимать влоги. Андрюшка пишет, будут ли... Ну, я тоже не знаю, о чем тебе снимать влоги. Караоке или просмотры роликов на стримах. Это, наверное, скорее всего, реакция на другие ролики от ютуберов. Ну, наверное, будут. Думал ли ты на стримах посидеть в VR или в чат рулетки? Кстати, да. Я всегда задумался о том, чтобы пригласить своих подписчиков и друзей в VR-чат и пообщаться вместе. Но проблема в том, что некоторые пользователи, ну, не могут поддерживать VR-чат. Вернее, у них либо ПК слабые, либо нету ПК, либо в чем-либо другая причина у них. Кисби пишет. Давно ты на Ютубе? Ну, честно говоря, я в Ютубе очень и очень давно нахожусь. С 2008-го, но сказать точно не могу. Но начал снимать... Ну, я тоже как бы на Ютубе давно. Ролики для собственного канала лишь около года назад. Были ли у тебя еще каналы до этого? Были, но на них не было роликов, так как другие каналы я создавал ради того, чтобы подписываться на своих любимых блогеров и поддерживать своих любимых блогеров и друзей, которые до меня уже начинали снимать блоги. Есть ли питомцы? Планируешь их завести? Питомцы у меня есть. Две кошки, вернее, кошка и котенок. Но я всегда планировал завести себе домашнюю лису. Твои любимые жанры игр? Песочница, хоррор, шутеры, гал... Так. Понравился данный обзор? Тогда не забываем поставить большой палец вверх. И подписаться.